Хей-хей-хей! Всем привет! С вами Лесной Волк. И сегодня мы будем играть в Pop Clicker. Или же, будем переводить как кликер говна. Ладно. Должны щелкать вот это говно. И будем вот так вот зарабатывать. Что у нас тут есть? Курсор, малыш, унитаз, корова, канализация, железная станция, фабрика, государство или управление, как-то так. Потом земля сама и рай. То есть говно даже и рай захватит. Понятно. А это ну что? Угу. Так, а тут ну что? Ой, да второй срез тут и есть. А, цвет говна. Это что? Ой. Непонятно. Ладно, купим мышку. Да, у нас еще говна не хватает. О, купим малыша. Он плюс 10 добавляет. Ладно. Так, теперь малыша. Давайте вот не будем говном называть. Это как-то, вот я подумал, да. Вот это как-то, некультурно. Вот давайте будем какашечки. Это, более культурно. Во, у нас уже, давайте. У нас уже вот 60 какашечек в секунду. А так. О, 100 в секунду. Так, малыш, за 1000. В 2 раза увеличилось, нормально. То есть теперь нам будут давать по 2, в 2 раза больше. Сейчас будет 300. А теперь на унитаз будем копить. Он, кажется, по 50 добавляет, да. Будем копить на его улучшение. Так, сколько оно стоит? 10 тысяч. Или лучше на малыша курсора. В 3 раза, кажется, больше. Или во сколько? Не знаю. 4 прибавляют. Тупо. Сейчас корову первую купим. Сколько она там прибавила? 500? 400? 200? 1000 в секунду, это уже нормально. Быстро как бы. Покликать можно пока. Вторая корова. Да, по 400. А это у нас по 50. Да.
Так, 2000. А это что такое? Это графики. Я кликнул 161 раз. Три апгрейда уже сделал. Купил 55 вот этого всего. Ладно, ерунда какая-то. О, уже 41 тысяча. 45, 46. Купим побольше коров. Сейчас 4000 будет. Нормально так? Миллионов или 100 миллионов. Так, вот у нас уже 100 тысяч. Так, это улучшение для коровок. Да, теперь у нас все 7200. Они теперь добавляют по 800. Нормально так. Надо на канализацию подкапливать. То так никогда не купим. Вот сейчас будет 120 тысяч. Все. Тьфу, 12 тысяч. Перегнул палку. Да. А у туалетов сколько лучше? Как бы не сильно улучшается. По 200, а это у нас ура, могу первую канализацию купить. Она нам добавила 2000. О, уже 20 тысяч. Хорошо, идем. Сколько у нас тут? 100 тысяч. Можно будет вот это вот все улучшать на золото. А это 1 миллион. Так, то еще на канализацию. Скоро и 100 тысяч будет, и так все больше, больше и больше и больше. Поклацаем. А, я ж мышку еще не улучшила. 500, 3000, 12 тысяч. 30 тысяч. Ну так, ладно. А на второй странице. Блин. Я кашляю все время. Так, давайте. Нет. Я думал, какой-нибудь говно купим. А, типа вот. Ты ничего не понял, тут ничего не изменилось, потому что я пощелкал. Ну ладно. Тридцать 4000. Нормально так, может, я думаю, ну, дойдем вот до фабрики и, ну, все.
И достаточно, думаю, будет. До фабрики только. 150 миллионов, кажется. А не 1 миллион 500 тысяч. А это 159 тысяч. Или... А, блин. Это 15 миллионов, а это 1 миллион 599 тысяч. Ой. Намудрил я. Так. Вообще миллиона нету. Миллионов нет. Как тут? А, на миллион. 1 миллион. Вот канализация как раз и лучше. Будет в 2 раза больше, по сути. Будет сейчас 80 тысяч, кажется. Да, конечно же, меньше. Я ж не все прокачивал. Как это? 58. Ну, тоже нормально. 52. Сколько там коров лучше не стоит? 1 миллион. Пощелкаем пока по какашке. Может, типа улучшится. Так. Вот, посмотрим. А, 1600 добавляет. Да, до 1 миллиона. Не думаю, что мы так накопим. Вот если сейчас до 100 тысяч дойдем, вообще будет клево. Ну, по 4 тысячи идем. И последнее. Все, 100 тысяч в секунду. Сейчас мы быстро накопим на Railway, то есть железную дорогу. До фабрики так скоро дойдем. Все, ура. А теперь купим на фабрику. И увеличилось у нас где-то на... На 100 тысяч, ух ты. Ну, по сути, да, у нас было 12, да, на 100 тысяч увеличилось. Клёток. Кажется, зря я полез на курсор увеличивать. А. Все, не. Так, а туалет? Так, вот. 120 тысяч. Фуф. 10 миллионов. 10 миллионов. 1 миллион. 10 миллионов. Или 10 миллионов. 1 миллион. Блин, я могу Railway купить. Только что заметил. Сейчас купим Railway. Так, есть, купил. Не, мне кажется, я случайно преувеличил, что на 100 тысяч увеличилось. У меня ушей было. Кажется, 100. Да, у меня было 100, блин. Перемудрил. Так. Так. Он, кажется, по 10 тысяч добавляет Railway. Кажется, да. Ну, мы-то так до фабрики точно никогда не накопим. А я, может, сделал как бы в 2, ну, таких вот, на 2 части поделю это. И мы тогда дойдем вот до рая. И вот когда мы все купим... Так, 1 миллион. 1 миллиона еще нету. Чтобы купить российский флаг. А, нет, купился. Уху! Россия! Вперед!
Окей, а это что? Не, 5 миллионов я платить за это не буду. 1 миллион. И что? Кажется, так будет. Пупс. Пупс. Мистер Пупс. Так, 150 тысяч. Зря я опять улучшил. Ну ничего, сейчас быстро налетит. Надеюсь. Сколько они добавляют? Блин, забыл. 600. Вот. Сейчас лучше купим, то есть еще две канализации, и получается будет 180 тысяч, и наконец-то будем копить на эту фактори. Раз. Давай два. Все, два. 180 тысяч. Жмяк, жмяк, чмак, чмак. Эх, да, мы уже целых 4 миллиона накопили. Быстро идет так. А может, может еще раз купить эту железную дорогу? Ладно, я поставлю на паузу, когда вот я куплю первую фабрику. Тогда я сниму с паузы. Ладно, 3, 2, 1. И вот уже 14 миллионов. И сейчас мы наконец-то купим фабрику. И вот наконец-то наша первая фабрика. Вы заметили, сколько она добавила? Я нет. Блин. Сколько там у меня улучшения? 10 миллионов. А здесь 100 миллионов. Вот так, кстати, косяк этой игры. Так, здесь 100 миллионов, а это 10 миллионов. Спасибо, не надо. У ребенка тоже 10 миллионов, у этого тоже 10 миллионов, а вот у канализации тоже 10 миллионов. Куча везде 10 миллионов. Да. Ну, что поделаешь. Так. 5 миллионов. Я так знал. Здесь что-то есть тайное. Ну вот что-то здесь есть. Знай бы только. Ладно, будем копить на следующую. Хотя, можно уже поставить на паузу. Где здесь пауза. Ладно. Всем удачи, всем пока. А с вами был Лесной Волк, Говно Кликер и какашка, которая махает российским флагом.